Ради Хабиров остался недоволен соблюдением режима самоизоляции у старшего поколения. Несмотря на введение карантина для людей старше 65 лет, заболеваемость среди пожилых снизилась всего на 2%. На оперативном совещании глава региона поручил усилить контроль в этой сфере. Я против того, вот сам внутренне против того, чтобы пожилых людей штрафовать. Но потом они нам даже скажут спасибо. Когда мы, может быть, немножко их пожурим, они будут сидеть дома. Я прошу активизировать эту работу.